Всем привет! Заскочил тут в ленту около дома недалеко, увидел напиток один, который хочу вам категорически не рекомендовать. Напиток ужасный, несмотря на то, что это ирландский виски, на самом деле разлив Ирландия. Он очень слабенький, очень питкий, очень не питкий и очень такой спиртозный. Такое ощущение, что это просто обычные зерновые спирты залили бочку на 3 года, не самого лучшего качества, они отстоялись и вот это разлив бутылки. Спиртозный, плоский, жгучий, невкусный. Цена его 1325, называется он Шемрос. Не рекомендую покупки. Дата разлива 20, по-моему, да, января 23 года, оборот, ну, 7 объем, 40 градусов, оборот, 40 градусов крепость. Попробуйте, пишите в комментариях.